обычные вот эти рыжие тараканы. 2000 рублей. У нас 30 этаж, чтобы вы понимали. Друзья, всем здорово! Вы на канале Family Box Vlog, а мы сегодня уже в начале января отправляемся в далекое-далекое путешествие. Мы в этой стране еще ни разу не были, нам очень долго лететь, поэтому погнали с нами. Наши чемоданы уже собраны, уже за нами приехала машина, сейчас будем выходить. Не знаю, сейчас повсюду вирусы, есть вот такие вот хреновинки у нас, их вешаешь на себя. Ну и типа они, короче, защищают тебя от вируса. Вот сейчас каждый оденет. Сработает это или нет, непонятно, но во всяком случае мы этим пользуемся. Ребята, мы уже в такси, едем в аэропорт. Вероника с Данькой и с Матвеем поехали в другой машине. Вот, а мы с Миланой едем в этой машине. Что ты делаешь? Снимай куртку, говорю. Куртяху снимай. И кто тут у нас главный пассажир? Угадай. Всем скажи, надо меня помацать, да всем. Да, Матвей у нас тут орет, просто капец, мы пока паспортный контроль проходим. Вообще просто. Он опять. Перед тем, как полететь, сели немножко понямкать, да, Матюха? Что ты будешь нямкать? Сегодня у нас... Это супер вкусный. Кабачок, брокколи, картофель и телятина. Оу, как же это very-very nice, вкусно выглядит, аппетитно. Скажи, вкусно пахнет, ну что-то? Особенно вот это месиво прикольное. Прикуску нормально. Где-то на том краю света мама хватается за голову какая-нибудь и говорит: боже ты мой, как они кормят этого ребенка. Ужас, ужас. А это я себе взял. Пытаются Матвея как-то развеселить, да, Матвей? Дайте мне лучше мясо и шаурму. Через лес везет машинка Геркулес. Нашу кашу мы накормим Сашу и Дашу. Едем дальше. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Короче, у нас весело. Все поели. Жизнь наладилась. Теперь можно в самолет. Короче, мы зашли в бизнес-зал. Тут такая детская комната есть. Данюха мультики смотрит. Мальчуган, ты что смотришь? Матвей тоже вон там тусуется. Матюха! Привет! Короче, ребят, мы уже в самолете сидим. Матюха играет. Что-то читает. Летите, а мы туда. Ну, давай. А вы что делаете в самолете? А я не понял, что вы делаете в моем холодильнике? Вы что, хотите кушать? А? Ч
Мне принесли завтрак. Ну, Миланке тоже, кстати, завтрак принесли. Чтобы вы понимали, мы завтракаем. Время 2 часа ночи по Москве. Тут какой-то пончик непонятный, йогурт, каша, там фрукты, сыр. Должны чай принести еще. Ребята, ну что, мы приземлились в первом городе. Сейчас тут у нас здесь пересадка. Летели мы сюда почти 10 часов. И дальше нам еще лететь. Ой, ребятушки, фу, мы наконец-то мы освободились. Но нам еще дальше предстоит перелет. Тут такая неразбериха, куда мы прилетели, такая неразбериха была с багажом. Я не знаю, я первый раз такой. Наш багаж вообще куда-то делся, его не могли найти там. Выясняли. Напишите в комментариях, как вы думаете, где мы. Я вам сейчас подсказку дам. Ну а так что, так все нормально. Сейчас ждем еще наш рейс. Дальше лететь. В принципе, осталось не так долго, там примерно 3 часа. И мы, наверное, уже будем на месте. Покажу вам, где мы там заселились. Ну и, собственно говоря, куда мы все-таки прилетели. Вот наш местечко ожидания, где мы ждем. Убегай, 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 убегай от папы. Беги! Все, ты в домике? Ты в домике? Запаренная мама, спать хочу. Мы приехали. Вау-вау-вау. Я в машине пляшу уже. У нас вот такая крутая тачка. Вон, прикольная машина? Ну, да, прикольная. Она такая гламурненькая, прям у нее мне такая крыша. Мне дико нравится. Самое прикольное, что она стоит довольно-таки недорого, всего 2000 рублей. Да, мне массаж делают. А, еще у тебя кресло с массажем? Да. Ну ты вообще крутая. А, тут можно, массаж можно включить. Ребята, йоу-йоу, вы мне извините, но я спать хочу. Ну зато посмотрите сюда. Мы на месте. Мы заселились в апарты. Они, конечно, максимально, ну, не те, которые я бы хотел. Но в целом нормально. В Азии это нормально. Давайте все-таки вам покажу квартиру, куда мы заселились. Но мы уже завтра с нее будем переезжать, потому что она нам очень не нравится. А где мы остановились и следующую квартиру я уже покажу вам в следующем видео. Матюха спит, ребята, поэтому я тихо разговариваю. Короче, она нам не зашла, поэтому мы решили отсюда съехать. Вот такая вот квартирка. В целом нормально, наверное, но как-то нам некомфортно. Миланка у нас полвечера рыдала из-за тараканов. Тут очень много мелких, маленьких, мелких тараканчиков. Всякой паутины других тараканчиков. Всякой моли. И даже есть обычные вот эти рыжие тараканы. Их тоже очень много. Они постоянно только темнеют, они выползают. Миланка была истерика. У нас 30 этаж, чтобы вы понимали. И они сюда доползают. Все, вот наши чемоданы собираем и сваливаем отсюда.